За Уральной рощей собралось более 120 школьников. Сегодня перед ними стоит тяжелая задача – по путевым листам и вот таким вот картам преодолеть дистанцию, причем как можно быстрее. Хорошее настроение всем гарантировано. В соревнованиях принимают участие 20 команд из 15 школ города. Ребята по спортивной карте бегают по местности, находят контрольные пункты и отмечают. Соревнования проходят в заданном направлении, то есть ребята, пока они возьмут первый контрольный пункт, на второй контрольный пункт они бежать не могут. Младшая возрастная группа, у них дистанция 2,5 километра и 4 контрольных пункта. У старшей возрастной группы дистанция 3 километра и 6 контрольных пунктов. У нас в школе кадеты, они вообще увлекаются вот, все, что связано с картами, все, что связано со спортом. Ну и спортивное ориентирование, они уже давно этим занимаются. Самое сложное – это когда будет бежать большая толпа людей, и тебе нужно прорваться вперед, и ты не можешь. И, наверное, это будет самое тяжелое. Победитель будет тот, кто быстрее всех за время найдет все контрольные пункты и вернется на финиш.